spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлены воблеры компании Sprut, товары которой набирают все большую популярность среди отечественных спиннингистов. Эта линейка называется Shebby, и состоит она из двух моделей. Обладая практически одинаковым корпусом, одна из них предназначена для ловли на более мелких участках, а вторая с приставкой D – глубоководная модификация. Давайте поближе их рассмотрим. По внешнему виду и характеру игры Shebby относится к классу крэнков. Крупный корпус имеет соответствующую геометрию. Высокие уплощенные бока, более крупная массивная передняя часть и постепенное сужение в сторону хвоста. Благодаря такому строению приманка стабильно работает на быстрой проводке и не сбивается с игры даже при наличии течения. Длина корпусов обеих моделей одинакова и составляет 64 мм, без учета размера лопатки. Степень плавучести тоже одинакова и заявлена производителем как положительная, о чем говорит сокращение F – floating. При необходимости эта характеристика поможет сделать проводку на более мелких участках водоема или обойти подводное препятствие. Но есть и существенные различия. Первая модификация весит ровно 16 граммов. Вполне сочетается как с простым спиннингом, так и с мультипликаторной снастью. Спереди расположена крепежная петля с заводным кольцом. Оригинальная лопатка из тонкого, но прочного материала помогает заглубляться воблеру от 10 до 30 сантиметров. Подойдет для ловли на мелководье или под листьями водных растений. Вторая версия с аббревиатурой D чуть потяжелее. Ее масса равна 20 граммов. Крепление к леске или поводку осуществляется через круглое колечко, установленное непосредственно на лопатке необычной формы и находящееся на удалении от основного корпуса. Их соединение осуществляется за счет каркаса крепежной петли. Рабочие глубины такой модели находятся в пределах от 1 до 2 метров. Возможно ловля как в заброс, так и троллингом. Серия насчитывает десяток популярных вариантов раскраски. Здесь вы найдете расцветки под окуня или некий собирательный образ, есть несколько кислотников. А самое главное, имеются модели с голографическим эффектом, создающие множество бликов, что может сделать приманку более заметной на значительной глубине или в условиях плохой освещенности. При оснащении используется пара достаточно крупных тройников от японской компании Owner. Они надежные, острые и выполнены из прочной проволоки. Бородки на жалах помогают крепче удерживать трофей при вываживании. Расположение крючков и их удаленность друг от друга предотвращают случайные перехлесты. Внутри пластикового корпуса находятся три крупных металлических шара, обеспечивающих балансировку крэнка. Системы дальнего заброса нет. И отметим, что внутри мелководной модели добавлены небольшие дробинки. За счет подвижности этих элементов во время проводки создается достаточно громкий звуковой эффект. В качестве анимации для серии Shebby наилучшим образом подойдет равномерка или Stop & Go. Игра активная и стабильная. В зависимости от условий применения, в качестве трофея вас могут порадовать щука, крупный окунь, жерех или судак. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.